Давайте я вас зацеплю. Все, хорошо. Сейчас мы... О, что-то приблизилось. Что он у тебя? Что-то смотри. Нет, оно приблизилось. Ну ладно. Так, еще раз. Сейчас втроем. Улыбаемся. На фото на мой телефон. Ты сними. А теперь на этого веселого. Что бы я там делал? Так, давай теперь на дядю Вову посмотрели. Раз, что? Два, да. Три, сделал. Подождите, Блин. Я потом... Вы в Инстаграме же есть? Да ё-моё. Итак, друзья мои, перед рядом со мной Геннадий Петрович Малахов. Геннадий Петрович, у меня невеста волнуется. Как вы не нервничать перед свадебными днями? Все пройдет нормально. Не вы первая, не вы последняя. Так что, наоборот, радуйтесь. Это такое дело. Событие. Вперед! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. А ты знаешь, что вы пойдете? Да, мы тёстки. А я не знаю, Инстаграм, я этот самый на Ютубе в основном работаю. А, на Ютубе. Ну ладно. Поэтому я. Ладно, я сохраню. Что-то там есть такое, но я. Можно еще на мой? Два улыбнулись, три сделала. А можно с вами? А я вижу, он похудел. А можно с вами? Давайте. Можно даже. Еще разочек снимаем. Раз, поплотнее, немножко поплотнее. Еще гадок. Сделал. Спасибо, как у вас дела? Нормально. Все хорошо? Что, мне кто и надо? Раз, два, и чекады. Сделал. Спасибо. Завешенные бабки. Да, спасибо. Все, вы молодцы. Ну вот видите, а тоже Владимир Николаевич, да? Я Владимир Николаевич. Прекрасно. Дядя Вова, сфотка меня сфоткает. Так, давай. Поближе руками. Не зря. Фотографируйте. Так, внимание. На меня. Есть кому? Да. Так, тут фотографии. Молодцы. Так, наши прекрасные знакомые немножко бочком проведите. Это ваши глаза не видят. Ага, хорошо. Раз, и еще раз, все. Сделал. На Ютубе смотрите. На Ютубе? Можно вас еще попросить кое-что? Бабушке автограф. Давайте. Но бабушка. Что такое? Лидия Петровна. Что творят? Лидия Петровна, да? Лидия Петровна, да. Смотрим. Так, что, тут какие-то две кнопки, нажимай на одну. Доброго утра. На какую нажать? Никто не понял. Мамочке скажу, что я с ним не поеду. Юля. Спасибо огромное вам. Спасибо. Кто будет фотографировать? Володь. Здорово.
три года еще раз фотографируемся. Если я буду живой. Молодцы. Еще разочек. Ребята, глаза открывать держи. Молодцы. Еще разочек. И на счастье сделай. Спасибо. Чтоб никто не подумал, чтоб никто не поверил. Хорошо вам. Видите, как хорошо получилось на стареньком даже. Что, никто не поверил? Ну, нам редко попытаются такие вот. С китенком сняться, да? Фото с обезьянкой. Давай красиво. А красиво. Вот так вот. Большой палец. Я снимаю. Оп. Сейчас надпись. И на счастье. Молодцы. Да, можно книги? О чем он пишет? Да, я тебе сдам. Здесь у него книга с практиками есть. Эта книга больше философская, о жизни, о ценностях. Вот эта книга уже конкретно. Хорошо, скажи, на какие. Весь то издательство, которое. Конечно. Это не поверит, что вы здесь у нас были. Да. О, красота какая. Все, есть. Нет. Спасибо вам, что вы приехали к нам. Можно с вами фотографироваться? Большим человеком. Так, вот сейчас я приготовлю. Ага. Ага, сейчас подожди. Так. Ага. Я как раз сейчас рассказывал про, про Жушу Пшеницку. Маме скажи, чтобы она зашла на YouTube, посмотрела, бабушка. Как делать из проросшей пшеницы? Будешь умницей, красивые волосы будут так расти. Так красиво у меня. Кожа. Бабушка. Будешь еще лучше. А вам сколько лет? 65. Ну, мне 65, полных. Мы с вами с одного года. Полных 65. 55-го, вот. Что ли? И посмотришь, и погонишь. 54-го. А я 55-го. Знание сила. 54 мне. 54-го. А я 55-го. Ну, хорошо, хорошо. Да. Как зовут? Илу. Илу? Вот такое имя слышали, нет? Не слышал. Маме скажешь, с Геннадием Малаховым разговаривала. Ну что, давайте это самое. Сфотографируемся, так сфотографируемся. Давайте. Нет, это... давай. Чтоб никто и не подумал. Чтоб никто и не поверил. Да. Да, 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 да. И одеваемся и идем, потому что. Сейчас, все, спасибо большое. Я вас не задержу. Нет, это я насчет. Мы на лыжах бегали, сейчас катались. Он молодцы какие. Давай. Спасибо большое. Илу, будешь умница. На лыжах. Спасибо большое. Сейчас я скажу, у Наташи возьму. Спасибо большое. Вы не хотите? Да. Фотографироваться? Хочу. Ну что, давайте. Сейчас поедем в гостиницу. Просьба, уточните, есть там возможность ужина? Ужина нормального приготовить или нет? А мы сейчас поедем, будем, я боюсь, что... Так, тогда мы заходить не будем. Ну ладно, господа, тогда мы кругом.